что-то происходит. Я хотел на бой петушиный вызвать. Я говорю, пойдем выйдем, он не выходит. Кто на бой петушиный? Вот этот вот головка. Вот этот? Головка, да, вот этот. Все, вот охранников это позоришь, а? Значит, вы можете тогда получать. Охранник вам говорит, пойдем выйдем, вот еще не идете еще выйдем. А тут терпилы еще есть, да? А, да. Терпилы нормально. Нет, выйти из помещения. Нет, выйти из помещения. Ментов не надо вызывать. Слушай, он тебе предлагал выйти из помещения или с намеком что-то сделать с тобой? Да, по петушиному бою, наверное, я так понимаю, у него специалисты. Просил у тебя, что гей? Ну, пидорас, мое личное мнение. Вы не делаете выводы о других людях. Просто в данном случае этот человек действительно ничего незаконного против вас не сделал. И зря вы просто так себя ведете. Просто зря. Как это? Только что кидался, пытался камеру у него выбрать. Что ты снимаешь? Вот он, это незаконное действие. Вы его спровоцировали. То есть, когда я держу камеру, да, я сейчас вас провоцирую. Молодчик, мы сейчас полицию вызовем и все. И вас захомутают, короче, увезут и посадят на бутылку. Нет, давай без полиции. А давайте с бутылкой сюда. Да, с бутылкой я тоже. Вот человек не понимает. Видите, он с камеры стоит, дальше снимает. Люди работают, что ты пристал? Я просто интересуюсь. Вы поддерживаете этого охранника, что мне тоже нужно бутылку садиться? Ну, мне помнить некогда вообще. Нужно выполнять элементарно какие-то нормы человеческие. Что говорит охранник, мне нужно делать? Задействуй. Из колокольника, ребят, давай присесть, да? Давай, бутылки нет? Нет, бутылка вот банка есть, хочешь, добью, да. Все, нет, давай, попрыгай. Вот я вижу, придурки. Вот, то же самое с вашей стороны. Если бы вам охранник сказал что-то сделать, присесть, вы бы точно согласились. Мы просто придурки. Просто придурки. Элементарные придурки. Да. Человек лучше знает, придурки вы или нет. Закрывали. Да это видно просто. Просто видно. Видно. А по каким признакам? Скажите, чтобы я просто знал. Хорошо, впереди. Нет, ну как я стою, чувак, охранник стоит, смотрит. Давно уже надо. Закройте глаза. А что, их бить? Бить надо его? Давайте его побьем. Так, давайте побьем. А что сделать? Присесть. Что? Что именно? Давайте его выкинем отсюда. Пусть он здесь не находится. Что хотите? Ну вот и все. А что тогда претензии? Ну надо было высказаться, дяденька. Ничего. Высказался и терпеть продолжил. Он мог бы что-нибудь ляпнуть, да? То есть ляпнуть. И вообще его это не касается. Причем, он знаешь, как будет ляпать? Он будет ляпать, когда ты простой, Сошка. Если бы ты был какой-нибудь мент, ФСБшник. Да, если у тебя погоны были, если бы даже ни за что ты в форме был. Ни за что, сука. Жополис, вот реально жополис. Он видит силу и за силу встает априори, ну, зная, что тот человек сильнее. И видит кто-то послабее, и он на его сторону сразу. Жополис, значит. Да я его уже поймал на этом. Коллеги, а вы чего плохо так себя ведете? Скажите. Ну не вы, вот я так понимаю, молодой человек. Почему он себя плохо ведет? Ну потому что. Мне вот люди сказали, что плохо вы себя ведете. А мне сказали наоборот. А мне сказали вот так. А мне сказали наоборот. А у меня нет основания не доверять граждан. Так вот эти, почему плохо себя ведете? Не доверять вам. Почему? А мы с каких пор с тобой на ты? Водку пили? Или что? Так я не бухаю вроде, поэтому все помню. Ну вот. Так извините, не хотите перед человеком? Почему? Ну почему вы сейчас вот вызывали на бой какой-то человека? Кидались. Потрогать хотели, наверное, да? Не, просто мне интересно вообще, с какой целью вы это делали? А с какой целью? Не, ну может он гомосексуалист? Может он мужчину потрогать хотел? Не гомосексуалист, нет? Ну понятно, вы там выложите в интернет, просто мы сейчас разбираем сексуальную ориентацию. Вы гомосексуалист или нет? Просто из гомосексуалист, ну как бы бывает всякое там, все поймем. Ничего страшного. С кем поговорить? Ну, конечно, не с кем. Я к вам подошел. Он женатый человек. Мне интересно, почему. Мы, во-первых, с вами коллеги, да? Я с тобой не коллега. Почему? А, потому что ты по закону все делаешь, а он беспредельщик, поэтому не коллега. Да, правильно, упаковывать. А, это упаковщик, оказывается. Нужно упаковывать обязательно. На полнице кошачьих, я вот у вас все ловлю. Вы знаете, сколько тонн у нас его вынесли? О, Господи. Да, все. Есть люди, которые его едят. Вот, например, некоторые мои коллеги, наверное, объелись его и просто не понимают, что делают. К сожалению, у нас девочка замужем уже. Поэтому, наверное, так себя ведет. Ты за разговором следи, молодой человек. Ну я говорю, ты замужем сейчас уже? Ты сам из себя. Ну это замужем ведь. А почему ты на него-то агришься? На меня не хочешь погреться? Я люблю петушиные атаки отражать. Хочешь? Сейчас с тобой другие будут общаться. Какие? А, ты значит прячешься за кого-то, да? За свои слова не любишь отвечать. За мужа. Я так и думал. Хорошо, молчи. Молчи. Правильно, вот. Как ни странно, охранники говорят умные вещи. Иногда. Друг другу, иногда.
Но мякиш не хочет слушаться. Хотя, в принципе, сейчас выполнил команду, рот закрыл. Может быть, он злой, потому что он голодный, может, он накормит? А вот частный охранник же он, да? Нет. Может, удостоверение он... спрошу? Не знаю, да, нет. Нет, нет же? Удостоверение себя. Да, почему он должен вам предъявлять? Почему должен предъявлять? Потому что если бы он был охранником, он знал закон. Если бы он знал закон, он бы умел... Если бы он знал закон, он бы умел, наверное, ну, там, и читать, значит. Вот если вы грамотные, ну, читаете. Личная карточка охранника. А да. Как получается, а я у него чего? Охранник. Где регистрируется? А где у него? Ну, но должно быть удостоверение частного охранника в соответствии с частью 5 статьи 12.1. Если нет удостоверения, вас не зарегистрируют. Согласны? Ну, так он обязан его привели по требованию. Хорошо. То есть, если у меня есть автомобиль, то у меня есть водительское удостоверение, так что... Можем поспорить с вами на 5000 рублей прямо сейчас. На 5000 рублей. Не хотите? 5000 рублей вам дам, вы же правы. Не спорить, не собираюсь. А давай я достану 5000 рублей. Да. Достань 5000 рублей, предложи человеку. Нет, правда, мы не шутим. Если по закону не обязан предъявлять, мы дадем вам 5000 рублей. Вы 3 дня будете за них работать, или может 5 дней, не знаю, там, с какой зарплата. Ну, судя по тому, потому что от еды отказываетесь. Давайте, ну... поспорим на пятерку. Держите. Оставьте. Держите. На чай. На чай. Неплохо. Охрана хорошо зарабатывает. Че, не будешь спорить на пятерку? Все есть, деньги есть. А что спорить? Турищев Юрий Владимирович. А то, что охранник должен... ООО «Гладиатор Т». У них федеральный закон, то есть 2478-1, правильно? И федеральный закон, а частная охранная деятельность. Часть 5 статьи 12.1. Молодец. Все знает. Вот. Охранник. Молодец, охранник. Может, вы пойдете отсюда, а я тут справлюсь, ребят. Так ты потребуй удостоверение, если откажется, то все, 2016 КОП РФ. На частную охранную организацию, лишение лицензии, все. Юрий Владимирович, требую от вас, как гражданин Российской Федерации, предъявить мне ваше удостоверение частного охранника. Давайте дадим подумать. Время. Сколько? Разумное время, да? Минутку, наверное, да? Ну, достаточно время, разумный срок мы дали человеку. Ну все, да. Отказывайтесь, да? Ну, жалко очень, Юрий Владимирович, жалко. А я, в принципе, его может тогда и погладить по голове за это. Он не должностное лицо, правильно? Молодец. Все, вот, молодец. Теперь молодец. Так и стой. Не двигаться и, главное, не говорить. Если я здесь выйду... Поганый. Честно слово, поганый. Поганый выглядит. Ну, жопа лезет. Жопу лизать сильным, я тоже думаю, поганый выглядит. Жопу лизать никто не себя. Занимать сильную сторону и якобы... А я посмотрел, как бы вы пошли сделали замечание сильным мира сего. И пошли бы вы так же выебывались вот на них. Я бы посмотрел на вас. Пойдемте? Как вы, ментам сейчас будете так рот затыкать? А что ментам сейчас? Вот если... Полно нарушений они сейчас делают. Они мерзкие вещи делают. Пойдем найдем прямо сейчас. Пойдемте? Если найду, вы будете так же им говорить. Пойдем. Ментам. Да? А чё бы нет? Слабо? А вам слабо? Мне нет. Ну, есть идите, есть куча видео. Да. Так вот именно, потому что я не слабак. Понимаешь? Вы идите, и жопу не лежу, не идите, лежу. Идите, ты. Идите, а ты жопа лис. Ты жопа лис. А ты просто жопа лис. Ну и договорились. Какой интеллектуальный. Жопа лис. Выбери кому посильнее, вылежи жопу для того, чтобы дырку прям видно не было. Чтоб человек срать не смог. Этого ничего не было. Я бомбанул, да он не подходит. Пошел нахуй! Я ему говорю, дяденька, дяденька, а он говорит, чего они сказали? Какой пью? Ты этот, как его, Баряну 200 рублей скинь. Чего? Не, вы заплатили за него, говорю, выйдите, потом... Давайте начнем с того, представьтесь, кто вы есть, что вы хотите. Я просто вы купили товар. Вы просто покупатель здесь, да? Нет, я охранник. Ну давайте представляться. Это я охранник. А что это? Я не вижу, что вы охранник. Я не должен вам представляться. Тогда идите своей дорогой и не отвлекайте нас от наших дел. Какие ваши дела здесь? Вас это не касается. Как же мне не касается? А вот так, потому что вы никто вы проходите. Я охранник. Вы не охранник. Вы врете нагло. Смотрите, читать умеете? Да, вот охрана. Повернитесь. Где у вас охрана? Школьники тут. Вы плохой пример подаете. Они потом тоже будут всех обманывать. Что вы хотели-то? Вы купили товар, выйдите там, попейте, потом зайдите. Почему? Потому что. Потому что вы так решили? Почему я так решил? Ну а кто так решил? Вова Путин так решил. Я его знаю, он так не решил.
Все же наоборот же будет, вы с товаром обратно заходите, все вот с товаром. Потом на кассах будет путаться. Хотите, мы его съедим сейчас? Не оплачивайте. Хотите? Сейчас выпьем и съедим все. Мы сейчас все съедим, это тут. Я серьезно говорю. И платить мы за это не будем, не переживайте. А почему? Смотрите. А вы узнаете. Вон, мы уже поели, смотрите. Вон, видите, суши половины нет. Что еще там? Покажи, вот суши съели. Хамончик съели. А почему? А почему беспредел. Нет? Да, беспредел. А беспредельщики это просто. Называется. На кассу, подойдут оплаты. Это называется потребительский вот. Экстремизм. Правильно. А вы будете готовы? Дебилизм. Я бы сказал дебилизм, да. Потому что экстремизм что немножко другой смысл. Я помогу вам их крутить, хулиганы. А что, все? Вопросов нет больше? Что можно, да? Пугали, дяденька? Корочку. Опять у меня рано. Вот как горело. Я вовремя остановился. Охрана, вот охрана. Там непонятно кто.